Здравствуйте, я вновь приветствую вас на нашем YouTube-канале «Енот Постригун». Сегодня у нас на обзоре триммер, который не продается в России. Выпускается он исключительно для внутреннего рынка США. Это у нас триммер Wall Retro T-Cut. Как всегда, на упаковке общий вид. Здесь на фронтальной стороне перечислены там такие плюсики у него, что это серия 5 звезд, что это барберская серия, что здесь у нас высокоточная заточка ножа, нож Т-образный, широкий, с возможностью регулировки, то есть можно выставить нулевой срез. И то, что этот триммер у нас беспроводной, работает от аккумулятора. Указаны характеристики ножа, ширина 1,6 дюйма. Указан комплект насадок, что это полторашка, тройка, 4,5 мм. Насадки точно такие же, как у детейлера, поскольку и нож такой же, как у детейлера. Ну и сзади дополнительно ряд характеристик. Нож T-White, три насадки, нож выставляется в ноль, легкий триммер и работа до 60 минут. Ну и также общий вид триммера, на который я хочу обратить особое ваше внимание, поскольку здесь видно, что адаптер чисто американский, с плоскими контактами на вилке, и, соответственно, не очень-то он подходит для наших розеток. Изначально был адаптер на 110 вольт, который сгорел при первом включении в розетку, что, в общем-то, и предполагалось. Итак, триммер. Очень маленький, очень легкий, честно говоря, вес не помню, взвешивать лень. Нож здесь стоит от детейлера. Это широкий нож, то есть от широкого детейлера. Лежит в руке довольно удобно, несмотря на то, что форма такая квадратная в профиле, то есть ретро-форма, ретро-цвет, наклеечки. Наклеечки, честно говоря, мне не очень симпатичны. Думаю, со временем они облезут, отвалятся, как, в общем-то, и на всех валовских машинках. Но, тем не менее, даже если ее не будет, в принципе, это вид не испортит. Выключатель очень удобный, в отличие от большинства валовских машинок, где выключатель лепит в весьма неудачном месте. У того же детейлера выключатель сзади, и его не очень удобно включать здесь. Он лежит прямо под рукой. Имеется зарядная подставочка. Имеется, как мы уже говорили, комплект из трех насадок, таких же, как у широкого детейлера, масло и кисточка. Дальше. Изначально данный триммер не работал в наших сетях, поэтому я его переделал под наше питание, под 220 вольт, заменил сетевой адаптер, сделал его, скажем так, съемным, да, то есть разъем воткнул, выдернул, это довольно удобно. Изначально здесь адаптер был наглухо закреплен проводом в зарядной подставке, то есть его нельзя было отсоединить, там, смотать, убрать куда-то, чтобы удобно перевести с места на место. Но это не главный недостаток был. Главный недостаток был то, что не работало в наших сетях. Также небольшая доработка, то, что была добавлена лампочка индикатора заряда, которая загорается при установке в подставку и включении в розетку. Изначально этой лампочки здесь почему-то не было, хотя было размечено место под этот индикатор, но отверстия не было. То есть, видите, на оригинальной картинке здесь ничего нет. Также аккумулятор работает 60 минут, и в оригинале он заряжался порядка 16 часов. Я это дело немножко уменьшил, не радикально, до 12 часов. При желании можно уменьшить это время еще сильнее, скажем, часов до 8, но при этом аккумулятор будет дохнуть быстрее. То есть так он может проработать и 3-5 лет, если уменьшить до 8 часов, то проработает такой аккумулятор 1-2 года. Поскольку зарядка долгая, капельная, то можно свободно отставлять на подставке и не переживать, что аккумулятор там у нас сломается при эксплуатации. Пожалуй, по характеристикам и все. Итак, это у нас триммер аккумуляторный, не работающий от провода, только от заряда. Время работы от аккумулятора 60 минут.
Время заряда в оригинале 16 часов, здесь мы его уменьшили до 12 часов. Тем не менее, понятно, что если вы много работаете триммером, то одним этим триммером вы не обойдетесь. Для чего этот триммер? Это просто-напросто беспроводной детейлер. Тот же самый нож, те же самые характеристики, но у вас нет ограничений в виде провода, и вы можете свободно дорабатывать им какие-то мелкие детали, которые вам неудобно делать на проводе. В принципе, он подойдет и как основной триммер тем, кто триммером работает мало, то есть стрижек мужских за день мало, и триммером делаем фактически только окантовку. Ну, что еще интересно рассказать? Пожалуй, все. Итак, 60 минут работы, 12 часов зарядки, добавили индикатор зарядки, сделали отсоединяемый адаптер питания. Нож такой же, как у детейлера, можно выставить в ноль, удобный, Т-образный. На этом все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Енот Постригун», вступайте в нашу группу ВКонтакте «Енот Постригун». Ну и не забывайте, что у нас есть магазин, где практически все то, что мы показываем в обзорах, можно приобрести. На этом все. Пока-пока.